восторжествует. В этом нечистом городе виновны все. Мы пришли как воины, а уйдем как герои. Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберг. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрёпанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Бродяга, 10-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг.
Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Вызывай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали! Там какие-то жуткие вибрации. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно в 9 километрах от разлома! Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Назад! Пропустим! Он ушел! Давай! Проходим двойками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Где эта сука? Затаскивай его! Быстро! Быстро! Я в укрытии! Пошли! Снайпер еще там! Террористы слева у стены! Разобрать цели! Не высовываться! Продолжать огонь! Движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Не подходить к машинам! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Боевики у здания на том конце стоянки! Готов! Кто
правой стены идут! Справа! Слева контакт! Взял его! Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Иди от укрытия к укрытию! В окнах не светится! Не тормозить! Атакуем! Эти парни не местные. И говорили не по-русски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Чисто. Чисто. Поехали. Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Двигаемся. Иду. Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Так, его видно? Есть! Блэк, давай! Снайпер там, на той стороне улицы, на полпути где-то. Прочно засел, Кортёныч. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня поглотали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял. Выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. Вижу противника. Движение на улице. На его крыше. Выбейте их. 1-3. На балконах слева!
Боевики на крыше четко перед нами. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Один-три. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили! Все чисто! Да ты прикалываешься! А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Да, назад мы уже не пройдем. Надо найти другой путь. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Сраный бойскаут! Пошли, пошли! Большая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в Марракеш попал? Да я и сам удивляюсь. Быть начеку. У нас тут раненые 200-е. Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так.
Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное! Вторичное, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Машина остановилась. Блэк, садись за пулемет. На этой улице нам нужно только остановиться. Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс.
Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю, меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси!
Thank you.
стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Сделайте то, что должны. Нас приуходят через 5 минут. Вижу дверь. Иди. Передавали, что во всем городе повстанцы. Раз и в Иране переворот. Спонсор переворота наш добрый друг ССО. Смотри. Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира.